Один с набитым ртом, второй с набитым ртом. Как папа ест. Кто? Так и сын ест, да? Над столом. Ты мне сейчас крошки там набросаешь, как поросенок. Дима. Дим. Я сейчас заберу хлеб. Полный рот не наливай. Полный рот не наливай. Тебе говорю, папа. Я не полный рот набиваю. Гречка совсем. О, гречка. Морковку надо есть, на морковке жить. Ну, поем. Вот, морковка. Болеть. Да, потому что папа на пол что-то уронил и съел с пола, да? Морковку уронил. Ну вот ронять не надо было, у тебя вон уже там он сколько на полу лежит. Крошек. Не у меня коза. Плохо. Я просто козки люблю, как синяки. Весь папа. Да, папа? Да, папа? Стол потом вытереть не забудь, папа. Я все уберу, что ли? Я знаю. Если бы я знала, не говорила бы. Не сомневаться. Я чистую, блядь. Все, поел? Хватит. Нет. Пойдем. Пошли. Сейчас папа будет со стола вытираться. Ой. Ты весь горячий такой. Видите, я чистю, бля. Это можешь даже... Конечно. Это В. А теперь прочти. Г. А. В. А вместе? Г. А. В. А короче? Гав. 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 Кто это собачка так делает. Так, а вот это что за буква вот это? Это М. Так, я сейчас пишу слово. Это что за буква? М. Это? А. Это? М. Это? А. А вместе? Читай. Давай сначала эту букву назови. Собачка. Нет, эти собачки. Давай сначала. Это какая буква? Мамка. Это? А. Это? М. Это? А. А теперь вместе? Апостол. Не знаю. Ну как, ты просто... Давай, сейчас я тебе... Ты... По две буквы. Давай. Я тебе сейчас буду ввести, а ты это говори название буквы. Это? Пус. Такой пус. Это какая буква? М. Это... А. Какой слог получается? Нет, ты подвинул. Какой слог получилось? Не знаю. Ну как не знаешь? Смотри. М-А. Что получается слог? Какой, Дим? Диму. М-А. М-А. Как правильно? Ма. 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 Она поется, да? Ма. Вот. А теперь вместе, смотри. М-А, М-А. Что вместе? Ма. Ма. Мама. Мама. О, маму прочитал. О, взял маму прочитал. Мама. Видишь, она два раза повторяет. Мама. Мама. Ма. Так, Дим. А вот это какая буква? Сейчас, подожди. Поищу я ее. Ой, вот это какая буква? Вот это. Это. Вот, пока. П. П. А теперь читай. Это какая буква? П. П. Это. А. Это. П. Это. А. А вместе? Пу-пы-пу-пы-па-па-па-пы-пу-пы. Ну, почти правильно. Ну-ка еще раз. Пу-пы. Да нет, пупы тут нет. Пупы тут нет. Как его, смотри. П. А. А вместе па. 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 Не тянутся, смотри. Да? Па. Па. Папа. Правильно. О, и прочитал. Мама, папа. Ну. А это какая буква? Вот это. Я.
какая буква? Д. 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 Так. А где она? А вот это какая буква? Это буква И. И. Правильно. Мы сейчас ее пишем. Эту ты знаешь? М. М. Теперь эту букву. И это? А. А. Так, а теперь читай. Это какая буква? Д. Дэк. Это? И. М. А. А вместе? Ди. Зима. Правильно. О, видишь как? Зима. Три слова мог прочесть. Га, четыре, гав. Мама, папа, Дима. Ну, сам первый гав. А потом мама, папа, Дима. Это один буква, два это буква, три буква, три. Видишь, мама, папа, Дима. Вот, молодец. Какое еще слово? А, давай еще одно слово. Так, это ты знаешь, какая буква, да? Да, знаю. Их это. Нет, вот это вот. Вот. Это... Вода. А, вот нам дают. Б. Б, нет, слилась. А. Так, Б, Дима, ты? Дима, не надо ее оттуда доставать. Б ты знаешь. Дима, а теперь читай. Смотри, чтобы он не доставал. Дим, смотри. Сначала, чтобы не доставал. Ну, это ж не надо. Читай слово. Дима, смотри. Это какая буква? Дима. Дима. Какая буква? Дим, какая буква?